В округе прошли торжественные линейки, посвященные Дню знаний. Так, в школе 48 в Малаховке состоялся праздник для первоклассников и выпускников. Подробнее о торжестве в сюжете моих коллег. Первый звонок для первоклассников Демида и Марины прозвучал у стен нового корпуса 48-й школы в Малаховке. Настрой на учебу у новоиспеченных учеников серьезный, настроение праздничное. Учить уроки, конечно. Я буду уроки делать, читать и слушаться. Владимир Ружицкий вместе с первоклассниками и начальником управления образованием Викторией Бунтиной разрезал красную ленту в честь открытия нового корпуса школы. Самым юным ученикам и выпускникам глава округа дал напутствие. Самое главное, что школа – это возможность общаться, возможность дружить, возможность получать знания напрямую от учителя. Я хотел бы пожелать выпускникам, все-таки выпускной год, он непростой, сложный. Вы как выпускники, вы закладываете некий фундамент своих перспектив. Ну а первоклассникам, конечно же, я пожелаю здесь радости, общения. Это здание построено для учеников с 5 по 11 классы. Специализированные кабинеты и современное оборудование. В новом корпусе есть все для организации качественного образовательного процесса. В составе есть два кабинета технологий для мальчиков – слесарный и столярный цеха отдельные. Для девочек предусмотрен кулинарный цех и цех домоводства. Специальные кабинеты для проведения уроков физики, химии, биологии, географии, оснащенные по последнему слову техники. Компьютерная техника, интерактивные доски, проекторы. В этом году 48-я Малаховская школа встретила 76 новых учеников. Всего здесь сформировано три первых класса. Александр Колганов, Валерий Абсолямов, телеканал ЛРТ.